Здравствуйте, дорогие друзья! Будем с вами вязать вот такой вот сарафанчик многоярусный. Девочки меня просили, там прислали фотографию взрослого, там платье было. Оно связано вот таким вот узором и много ярусов было. Но на взрослого мне некому вязать, поэтому я связала детский вариант. Но его можно тоже вязать на себя, вот по этой схеме, потому что, как я рассказала, там все можно вязать и на любой размер, неважно там, на какой вы будете размер вязать, все зависит от первого наборного ряда, то есть первой ленты, что мы будем вязать. Видеоурок будет загружен на мой второй канал, ссылочку я дам под видео. Поэтому переходите, подписывайтесь на мой второй канал. В основном, я говорила, что в основном все видео будут по вязанию, именно будут на том втором канале. Вам самим будет легче ориентироваться, потому что здесь, на этом канале, у меня все, много чего. А именно, если по вязанию, подписывайтесь на второй канал. Там ничего лишнего не будет, только вязание. Только вязание, мы будем там этим заниматься. Вот все мерки, все данные, все я там рассказала на видео, и все вы там увидите.